Россия, мать российская земля. Про тебя, моя Россия, жизнь из вам ушарила. Пандемия коронавируса не позволила широко и массово отметить День России, но Комитет по культуре Одинцовского городского округа вместе с коллективами культурно-досуговых центров сумел добавить этому дню праздничных красок. Мобильная бригада артистов выступила с концертной программой прямо во дворе Одинцовской областной больницы. Сегодня здесь во дворе Одинцовской областной больницы прозвучат выступления поистине звезд нашего творчества Одинцовского городского округа для наших врачей и пожелание скорейшего выздоровления для пациентов больницы. Программа рассчитана всего на полчаса. Под баян и скрипку артисты пели всенародно любимые песни. Кто-то смотрел концерт из окон больницы, а кто-то смог выйти во двор, чтобы тоже спеть и даже потанцевать. Концерт хороший, впечатление хорошее, энергетично, можно и потанцевать. Но мы работаем на благо нашей пока Родины. Нам не до танцев в данный момент. Ну, послушать зато приятно. Приятно, что уделяют нам такое внимание. Оценить мастерство артистов смогли не только медработники, но и жители города, случайно оказавшиеся рядом. Завершился концерт, посвященный Дню России исполнением государственного гимна. Массовым, но с соблюдением мер безопасности. Евгения Августина, Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».